Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Говорит и показывает телеканал континентальной хоккейной лиги. И мы ведем наш репортаж с финала Кубка Харламова. Шестой матч финальной серии. И в этом противостоянии выясняют отношения команды московского «Спартака» и команда «Омские ястребы», город Омск. И, конечно, вот этот фильм «Легенда номер 17», который совсем недавно вышел на широкие экраны, очень кстати. И вот как раз, естественно, и те, и другие посмотрели. И после просмотра этого фильма 1-0, выход, и Шестеркин, браво! Павел Махановский махнул, не глядя, но Шестеркин красавец, а! Ну, а спартаковцы в гостях. В 7 матчах 3 победы и 4 поражения. Итак, мячи вошли в зону. Передача, добивание, где шайба? Ох, Шестеркин опять спасает свою команду. Опять спасает Шестеркин. Берников. Ставит корпус, передача и бросок. Как сейчас не попадает по воротам Илья Баскаков. Зубков. Вошел в зону. Здорово! И бросок! Шпагатин! В заявке очень часто просто пишут Марк Солян. Опять сейчас шайбы Баскаков. Такой маленький, а попробуй отними. Бросок по воротам и гол! И все-таки гол! А мячи добили своего, шайба предательский в домик. Шестеркину попадает и 1-0. И, конечно же, расстроен Владимир Тюриков. Ну и кто там? Казаков. Был замечен в сольном проходе. Здорово вышел из-за ворот. До конца отборолся, посмотрите. Выходит в центр, бросает. И да, шайба прямо в домик попадает Шестеркину. Бессилен уже был что-либо сделать голкипер. Да тут им один проехал. Потом другой перед ним, свой игрок. Это был Васильев. Ну, правда, мячи тоже неплохо обороняются. Конечно, не идеально. 11 шайб пропустили в 72 попытках. 85, около 85%. Вот наброс! И какой момент сейчас был у Воронина! И там даже непонятно, или Воронин не попал, или была успета поставлена клюшка, или все-таки Шилин выручил. Давайте смотреть повтор. Так все динамично было. И Шилин! Вот это красавец, а! Басков. Михеев. Ой! Гол! На раз, два, три! Басков! И Басков может сейчас спеть свою песню победную. Вот сейчас уже, да. Алексей Басков! И это мы сейчас говорим не о каком-либо концерте. Хотя, да, хоккейный концерт наблюдаемый, дорогие друзья. Вот посмотрите, отыгран был уже вратарь практически с нулевого угла. А? Молодец, Алеша. Ну и отмечаем Семенова. Так, каков молодец, как увидел Баскова. Мог бросать. 2:35 еще играть. Может быть, еще одну шайбочку увидим, а? Возможно, 2-1, выход у Омска, и... Гол! Да что ж такое? Как сейчас Шестеркин не сумел справиться? Какая пауза, и 3-0! А это вот уже Владимир Тюриков. Говорили, что Шестеркин-то не железный. Только перелет какой совершил. Только сегодня в расположение команды приехал. Может быть, стоило Александру Трушкову доверить. И мы понимаем, что подустал. Подустал, и уже не тот фокус, как говорится. Ну вот смотрите. И опять предательский между щитков.
И Валентин Пьянов, капитан! Болельщикам заводят своими зажигательными танцами. Ну и сами хоккеисты, я думаю, сделали очень хороший задел для победы. А вот это уже похоже на кал. Бросок от синей линии, и надо выпускать Трушкова. Проспал Игорь Шестеркин этот дальний бросок. И 4-0. Валентин Милюков отличился. Защитник омских ястребов забрасывает свою вторую шайбу в плей-офф. Ну, классика. Выиграно вбрасывание. И ловушкой промахнулся. Эта шайба носит название «Привет, Игорь Шестеркин». Да, неудачно сейчас действовал Шестеркин. И все те же, и все в это же время будет решаться судьба Кубка Харламова. Передача по Чарусиню. Неплохо. Бросок из-под защитника. 5-0! А вот это рассказал. А вот это исполнил Кирилл Рассказов. Самый результативный игрок омских ястребов забрасывает свою шестую шайбу в этом розыгрыше плей-офф. И бедный Шестеркин. Из-под защитника. Всегда вот эти вот броски очень неприятны для голкипера. И смотрим повторы. Наслаждаемся. Ох, как притирочку. Кирилл Рассказов. Иди-ка ты сюда, Игорь Шестеркин. 5-0. Можно ему занести в пассив. А мячи в атаке. Ну, тут немножко цепляли игрока омских ястребов. Но в итоге свисток арбитров промолчал. И спартаковцы 5-1. Ну вот, размочили. Молодцы, красно-белые. И кто это? Николай Демидов, вернувшийся из юниорской сборной. Да, вот один юниор наш, Александр, Игорь Шестеркин, простите, не лучший матч провел, а вот Демидов все-таки свое дело сделал. Развернулся и прямо над плечом Шилина, над ловушкой, молниеносно бросил. И 5-1. И 5-1. Пять подряд шайб забросили хоккеисты омских ястребов. И на это ответил Николай Демидов. Единственная шайба. И Трушков. Останется ли он непробиваем? Да, Трушков, какой сейф, а! Это еще раз сейчас рубец по сердцу Владимира Тюрикова. И все-таки гол. Нет, все-таки гол. И Трушкову пробили за секунду, а! Омские ястребы. Расстроенный Васильев выходит на лед. Не дотерпел Александр Трушков и компания. Ну и Семенов две отдал и наконец-то в концовке забил. Забил Семенов свою вторую шайбу в этом плей-офф. Ну, смотрим повтор. Ну, тут рикошет. Рикошет, расстроен Трушков. Ну и все, сейчас будет вбрасывание. И на этом наша встреча подошла к концу. 6-1. Победа омских ястребов. И завтра, что будет завтра, одному Богу известно.